Эта история произошла со мной прямо сейчас. Я просто после школы очень сильно захотела чипсы свои любимые и пошла в магазин. Этих моих любимых чипсов осталась одна упаковка. Я, конечно, ее взяла и пошла на кассу. Потом это все увидела я же мать своим маленьким абортышем. Просто мне такая выдает. Отдавай мне чипсы, это любит моя дочка. Я такая говорю, я вам не отдам чипсы. Были последние чипсы, которые я первая забрала. Она начала на весь магазин орать на меня матом. При своей этой маленькой доченьке. Я просто пошла на кассу. Она пошла за мной. Потом мою покупку пробивают. И я ищу деньги, чтобы оплатить эти чипсы. Я их оплачиваю. Хочу взять чипсы. А она берет их, выхватывает и убегает из магазина. Я была в шоке. И я побежала за ней. Вы понимаете, как бы 150 рублей. Угу. Класс, фильм хотела посмотреть. Я просто выхватываю у нее чипсы. Говорю, что она ненормальная. Потом этот ее абортыш меня толкнул. Я его пинула, и он упал. Ха-ха!